Каждый день в аэропорт Адлера прибывают отдыхающие со всей России, да и не только с России, но и из других стран. Итак, друзья, сегодня 20 августа, около 9 утра. Народ начинает потихоньку подтягиваться на пляж, но, к сожалению, сегодня ночью поднялся сильный ветер, который не утих до сих пор. И, как видите, волна достаточно сильно штормит. И не всякий в такую погоду рискнет залезть в воду. Давайте понаблюдаем за одной женщиной, отважной женщиной, которая решила покататься на волнах. Видите, достаточно сложно удержаться в воде, особенно когда тебя несколько раз подряд накрыла волна. И, естественно, сразу спасатель спешит вытащить ее из моря. Ну, отдадим должное отважной женщине и порадуемся, что все хорошо закончилось. Так что сегодня народ в основном сидит на берегу. Детей точно отпускать страшно одних в такое море. Только самые отважные взрослые слезают, окунутся. Так что вдоль всего берега сидят детки и швыряют в море камешки. Вот сегодня единственное интересное развлечение для них. Но хоть и висит перед пляжем штормовое предупреждение и запрет на купание, но все равно, кто запретит нашему человеку залезть в море и покататься на волнах? Хотя, признаюсь честно, сам грешен. Сам люблю покачаться на волнах в такую погоду. Но сейчас уже сижу на берегу, дышу йодистым воздухом и наслаждаюсь морскими брызгами, которые летают за меня. Предлагаю вам посидеть немножко у моря со мной, порелаксировать и полюбоваться на волны в замедленном виде. Thank you.
забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.